программа «День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Создание зоополиции, введение налога на питомца и уголовной ответственности за выброс зверей на улицу. Что еще требовали участники митинга против эвтаназии животных в Барнауле? Нашествие отменяется. Затяжные дожди в крае убили комаров. Три скоростных поезда могут запустить между Барнаулом и Новосибирском. Первый из них может выйти на линию уже в следующем году. Одну из проблем скорой помощи будут решать завтра, 6 июня. Депутаты Краевого Заксобрания на очередной сессии ОКЗС рассмотрят обращение в правительство России с предложением увеличить спецвыплаты для фельдшеров скорой, а также младшего медперсонала и отдельных руководителей. Алтайские депутаты намерены просить федеральное правительство скорректировать некоторые положения постановления, которое приняли в марте этого года. По нему спецвыплаты увеличили для целого ряда медработников, но в их числе не оказалось врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи. Парламентарии края предлагают устранить несправедливость и призывают коллег из других регионов поддержать их инициативу. Завтра же будет рассмотрен еще один важный законопроект об обращении с животными. Депутаты предлагают принять несколько важных нововведений. Среди них обязательная маркировка и регистрация домашних животных. Первое предполагается бесплатные, а маркировка платные. Расходы за нее обязаны будут нести хозяева собак. Отметим, механизм регистрации и маркировки начнет действовать с 2025 года. Его еще дорабатывают. Отдельно парламентарии рассмотрят на сессии создание пунктов временного содержания животных. Это, по мнению депутатов, позволит муниципалитетам края эффективнее исполнять полномочия в области обращения с бродячими животными. Ну и, конечно, самое резонансное предложение – эвтаназия бездомных собак. Разработчики закона считают, что нынешняя система отлова не дает результат, и поэтому в целях безопасности людей стоит усыплять агрессивных животных. А вот обычные люди такой посыл воспринимают неоднозначно. Накануне в Барнауле прошел митинг против эвтаназии животных. Его участники по итогу предложили ввести в край институт уполномоченного по правам животных. В резолюции прописали также необходимость создания зоополиции, введения налогов на питомцев и уголовную ответственность за выброс зверей на улицу. Всего на санкционированный митинг собрались порядка 100 человек и 30 собак. Данил Кузнецов с подробностями. Человек, собаки, друг, но об этом знают не все вокруг. Такой фразой можно обозначить основной лейтмотив встречи владельцев животных, зоозащитников и депутатов. Общество характеризуется отношением к старикам, детям и животным. Но если мы решили убивать животных, соответственно, тогда давайте убивать всех остальных стариков, детей. Собственно, и сам митинг – ответ на возможное принятие закона об обращении с животными в Алтайском крае. Особенно пункта об эвтаназии агрессивных беспризорных собак. Подобные меры уже были приняты в нескольких регионах страны. К примеру, у наших соседей – в Горном Алтае и Республике Бурятия. Там умерщвленные хвостатые исчисляются десятками. У меня как бы нет собак, которые были бы там с легкой, скажем, судьбой. То есть как бы многие настрадались от людей, поэтому как бы, ну вот по программе эвтаназии, как бы, ну я очень уверена, что они бы просто были усыплены. Зоозащитники уверены, бороться надо не с последствиями, а с причинами. К примеру, в Бурятии эвтаназия ни к чему не привела. Спустя пару месяцев ее отменили. На другой чаше весов Нижний Новгород, который сейчас считается одним из самых дружелюбных городов России в отношении собак. Там пропагандируют бережное отношение к животным не только на словах, но и действиями. Во-первых, это, естественно, регистрация и учет домашних хозяйских животных, для того, чтобы любой хозяин нес ответственность за своего питомца. Во-вторых, это доступная массовая стерилизация домашних животных, то есть хозяйских животных. Как за законопроект проголосуют завтра депутаты, пока вопрос. Но многие свою позицию относительно эвтаназии и сейчас не скрывают. Виновата же не сама собака, потому что она хочет есть. Виноват человек, который ее сначала приручил, а потом выбросил. То, что не прописано сегодня, да, у нас в законе о том, что эвтаназия запрещена во временных там пунктах содержания, соответственно, это будет применяться. Если у нас хозяин в течение 12 дней не нашелся, соответственно, будет применена там вот эта процедура.
Согласно законопроекту, хозяина будут искать и после усыпления животного. Если найдут, то заплатит за умерщвление своего же питомца сам владелец. Непонятны в том числе и законотворцам моменты касательно самой процедуры. Болезненно ли она будет происходить? Куда потом будут утилизировать животных? Да и вопрос касательно агрессивности собак как причины эвтаназии остается нераскрытым. Кто и по каким критериям ее станет определять, тоже загадка. Есть такое понятие «ненормативная агрессивность животного». В федеральном законе такого нет. То есть что это за понятие? Людям это непонятно. Самое главное, что у нас региональные законы не должны отличаться от федеральных законов. Итогом митинга стала резолюция о появлении в крае зоополиции и уполномоченного по правам животных. К тому же 409 человек подписали обращение к депутатам АКЗС с просьбой исключить из нового законопроекта пункт об эвтаназии животных. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Насколько остра проблема беспризорных собак в Барнауле и Алтайском крае на данный момент? И как ее можно было бы разрешить, по мнению горожан? Такой вопрос наши корреспонденты задавали сегодня на улицах города. Мне конкретно не мешают, но за ребенка боюсь, потому что ребенок подрастает, а собаки все-таки могут агрессию проявлять. Они действительно гуляют и порой агрессивные. Однажды, например, меня сильно очень напугали, кинулись, со мной был молодой человек, меня героически защитил, конечно, но это страшно и опасно. Что с этим можно сделать? В теории хотелось бы, конечно, приюты, чипирование, там, кастрирование, чтобы это... Ну, проблема не росла в геометрической прогрессии. Всех собак надо в определенное учебное учреждение отправить. То есть, чтобы они становились собаками-спасателями. Нужно делать дома для собаку. Или маленький. Есть детский дом. Нужно хотя дом для собак тоже. Есть мнение, что собак нужно усыплять бездомных, которые не могут найти хозяина. Как вы к этому относитесь? Ну, это такой вопрос, конечно, очень сложный. Отношусь к этому негативно, но если собаки проявляют агрессию и их огромная популяция, то, к сожалению, наверное, это будет единственная мера. Если собака очень стара, если собака больна и не подлежит тому, чтобы ее вылечить, это будет, пожалуй, наверное, самое гуманное, чем она будет бездомная, ходить, болеть и бродить. Если животное абсолютно здорово, то, по-моему, это, ну... Но так же, как с людьми. Почему, когда у нас есть люди без определенного места жительства, они не подлежат усыплению? Ну, как бы, блин, давайте так тогда рассуждать максимально критично. Продолжим. Ситуация с паводком в крае стабилизировалась. Об этом заявили в Кривом управлении МЧС. На прошлой неделе критическую отметку большая вода преодолела в нескольких точках региона. Так, опь в районе Барнаула достигала 582 сантиметров, при критических 560. Вода зашла на 100 приусадебных участков. Уровень подтопления местами превышали также реки Катунь и Чирыш. Всего в мае были частично затоплены 154 приусадебных и 35 дачных участков в 7 населенных пунктах 6 муниципальных образований. Везде обошлось без подтопления жилых домов. Ситуация с паводком постепенно стабилизируется. И можно сказать, что регион в этом году довольно спокойно пережил вторую волну паводка, в отличие от первой. Затяжные дожди в регионе привели к гибели комаров. Об этом рассказала доктор биологических наук профессор Людмила Комарова. Эксперт из БИСКа пояснила, что во время дождя на крылышках кровососущего скапливается вода, из-за чего он не может летать. Насекомых буквально прибивает водой. Постоянные дожди смывают не только взрослых особей. Погода также не дает шанса развиться и отложенным яйцам. Поэтому пока у комаров расклад не очень удачный, особенно если дожди продолжатся. Хотя изначально в весенний паводок и теплая погода готовили нас к нашествию кровососущих этим летом. К другой теме. 3 скоростных поезда без пересадочного движения хотят запустить в ближайшие годы между Барнаулом и Новосибирском. Первый – «Восток», который создают на базе «Ласточки» уже в 2025-м. А в этом году планируют сделать ежедневным скорый поезд до Славгорода – «Степной экспресс». О развитии железнодорожного сообщения в крае рассказал сегодня во время пресс-конференции министр транспорта Антон Воронов.
Скорый поезд, который связал бы Барнаул с Новосибирском, обещают запустить вот уже как 10 лет. Но то санкции, то другие причины не позволяли исполниться мечтам тысяч пассажиров. Однако долгожданное событие, заверяет министр транспорта края, скоро все же случится. В 2025 году, пусть уже не «Ласточка», но скоростной беспересадочный «Восток» начнет таки курсировать между столицами двух регионов. А в целом планы по развитию данного направления еще амбициознее. В планах три поезда двухсистемных, то есть беспересадочное движение в Новосибирскую область. Пока все так. Еще одно важное событие ближайшего времени – ежедневный выпуск на линию Степного экспресса. Скорый поезд между Барнаулом и Славгородом запустили в конце 22-го. Полтора года работы показали – это направление весьма востребовано. Покупка пассажироперевозящей компании 8 новых вагонов позволит увеличить трафик Степного экспресса. Во втором полугодии он начнет ходить ежедневно. Очень популярное направление, развивается активно. Думаем, что в скором времени при поступлении еще новых поездов перейдут на ежедневный режим. Запрос такой от населения и от муниципалитетов есть. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в крае не меньше 7 миллионов человек в год. Причем цифра растет. В обновление передвижного состава вкладывают миллиарды рублей. Так, в этом году ожидается поставка 2 электропоездов и 8 пассажирских вагонов. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Двойной юбилей. 85 лет в этом году исполняется Алтайскому краевому центру крови и 90 лет самой службе крови Алтайского края. Трансфузиологи, а именно эти специалисты, имеют дело с кровью и плазмой, за годы работы медучреждения спасли сотни тысяч жизней. О том, как сейчас работает служба крови, какими навыками должен обладать трансфузиолог и хватает ли запасов крови и плазмы, смотрите в нашем сюжете. Неверное действие во время забора крови может подорвать здоровье и самому донору, поэтому трансфузиолог обязан иметь совершенную подготовку. Так говорят те, кто любимому делу отдал всю жизнь. В службе крови работают только самые-самые люди такие, вот, все знающие. У нас никак иначе нельзя, потому что за нами стоят люди, которые после нас остаются. У нас почти все, да не почти все, с высшей категории работают. У нас очень много людей, которые работают, и все доноры почти, все почетные доноры уже неоднократно, то есть пересдавали кровь. Если что-то кому-то нужно, то есть мы идем в первую очередь. Мы обследуем донорскую кровь на инфекции, ВИЧ, гепатиты, сифилис. То есть выдается в лечебную сеть уже заведомо обследованная кровь. В этом заключается главная наша задача, чтобы кровь поступала уже в лечебную сеть обследованная. Мы, медики, наш труд в принципе незаметен, а здесь сейчас, в данный момент, очень приятно получить награду. Очень трепетно, очень волнующе. В зале по случаю юбилеев службы крови сегодня трансфузиологи из Барнаула, где находится единственная в крае организация по приему донорской крови, а также их коллеги из Бийска и Рубцовска. Здесь же гости из Москвы, которые прибыли на научно-практическую конференцию с докладами. Из последних тенденций совершенствуют не только систему забора, но и переработки крови. Когда мы забираем цельную кровь, мы ее делим отдельно на эритроциты, мы ее делим на плазму, мы ее делим на тромбоциты, и есть еще один такой компонент крови, как криопрецепитат. То есть мы из одной дозы крови делаем 4 различных компонента крови. И у каждого пациента потребность в разных компонентах крови. По словам специалистов, запасов крови в крае достаточно. На сегодняшний день мы преимущественно работаем в таком формате, как кроводача. У нас в регионе запасов крови достаточно для того, чтобы оказать плановую медицинскую помощь. И при необходимости дополнительно экстренную помощь мы тоже можем оказать не одному десятку еще пациентов. Если мы где-то в среднем 32 тонны готовим в год, то на сегодняшний день это около 16 тонн мы уже заготовили. Трансфузиологи говорят, для каждого реципиента важно учесть индивидуальную совместимость донорской крови с его собственной. И даже при достаточном количестве крови в хранилищах порция свежей донорской никогда не окажется лишней. Вот сейчас проблема с СВО, чтобы были обеспечены кровью все наши бойцы, то приходят, конечно, именно для этого, чтобы помочь людям, детям, у кого-то родственники, у кого-то родители, у кого-то дети. Ну и плюс ко всему просто приходят вот именно для того, чтобы помочь людям. Ну а сегодня наградили самых достойных. Правда, не доноров, а тех, кто их кровь перерабатывает и хранит для других. В их честь звучал русский камерный оркестр.
Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Студенческие отряды Алтайского края открыли юбилейный трудовой сезон. В этом году краевое движение отмечает свое 60-летие. Старт третьего трудового семестра означает, что порядка 4000 студентов отправляются на трудовые объекты нашего края и всей России. В этом году сформировано порядка 120 студенческих отрядов. Растет направление отрядов. То есть раньше у нас были только классические, это строительные, педагогические отряды проводников. Сейчас появляются медицинские отряды, сервисные отряды. Свою популярность очень сильно завоевали среди ребят. А производственные отряды. Допустим, в этом году сформирован новый отряд на базе технического университета. Отряд работы сейчас уже приступил к своей работе на КАМАЗе. И в этом году впервые у нас будет в Алтайском крае сформирован всероссийский медицинский отряд. Ребята, бойцы со всей страны, то есть 11 регионов Российской Федерации, будут представлять, они будут работать у нас в краевой клинической больнице в городе Барнауле. Набирают популярности и трудовые отряды подростков. Возраст бойцов от 14 до 18 лет. С каждым годом их численность растет. В этом году сформировали 22 таких коллектива. В Изумрудном стартовал фестиваль уличной культуры. Сегодня художники уже начали расписывать объекты. Как преобразят парк с помощью стрит-искусства, знает моя коллега Мария Костылева. Прокрашиваю. Без белых пробелов. 270 литров и порядка 500 баллонов краски. Именно столько нужно, чтобы неприметным сооружениям в Изумрудном подарить новую жизнь. Всего за несколько дней организаторы и волонтеры собрались преобразить 9 таких площадок. У нас начался фестиваль 3 числа, но мы начали, конечно, гораздо раньше. Там, про организацию, если говорить, то мы начали с конца января. А 1 июня, например, у нас уже движняк шел, приехали художники, начали рисовать, мы тут носили краску. Вместо серых стен – новые арт-объекты. И они непременно будут радовать глаз горожан, уверены художники. Кстати, тут изображают не просто рисунки. В каждый эскиз творец заложил смысл и продумал все до мелочей. За моей спиной большая раскраска. Курирую ее я по моему эскизу. Вот такому большому, на 4 сектора поделенная, то есть большая стена, 385 квадратов, будет расписана. Задумка такая, что это, ну я назвала это сибирские лики, это такие хранители парка будут здесь. Они на страже, на защите и такие вот верные соратники, такие духи. Взять в руки кисти и баллончики пришли десятки барнаульцев разных возрастов, некоторые даже с семьями. Я ему сказала, ты представляешь, ты будешь гулять с пацанами, со своими сверстниками, говорит, что именно этот участок был разрисован тобой. Он, окей, я пойду. Дочь у меня занимается искусством, она учится в художественной школе номер один вот здесь, поэтому мы решили поучаствовать. Кстати, помогают создавать новые арт-объекты и художники из соседних регионов Сибири. Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска и Омска. Для кого-то может быть сложно, но мы просто любим это дело. Это очень такое медитативное, успокаивающее занятие. Стоишь, красишь стенку, особенно в таком красивом парке, вокруг природа, солнышко. И, ну, это классно. Попробовать себя в арт-искусстве может каждый. Площадка будет работать еще 3 дня. Мы тоже решили не остаться в стороне и приобщились к уличному искусству. Помимо художественных изображений, сделали и инсталляцию. Полюбоваться в зеркало возле амфитеатра может каждый желающий. Также для всех участников подготовили виниловую вечеринку, танцевальные батлы, мастер-класс по гончарному делу и не только. Фестиваль будет проходить до 9 июня. Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире.